Если вдруг вы смотрели любимую телепередачу, но сигнал вдруг пропал, обязательно позвоните в техподдержку. Перед обращением стоит проверить, как обстоят дела и на других каналах. Пропал ли сигнал только на одном или на нескольких? При обращении сообщите специалисту номер своего лицевого счета для быстрейшего поиска и получения информации. Стоит также добавить, что иногда на некоторых телеканалах можно увидеть так называемую заглушку, например, в виде цветовой таблицы или логотипа канала. Это говорит о том, что или сам канал проводит у себя технические работы, или работы проводят организации, передающие сигнал этого канала. Наберите терпения, когда работа закончится, канал снова заработает. Еще может возникнуть такая ситуация, когда перестала показывать только часть каналов, например, в начале или в конце списка, или качество каналов по краям списка сильно ухудшилось. И это говорит в первую очередь о плохом сигнале, поступающем на данный телевизор. Проверьте сигнал на других телевизорах, если они есть. Кроме того, проверьте подключение кабеля в этот телевизор, а также подключение всех телевизионных проводов, если телевизоров несколько. В силу разных химических процессов, а также действий непреодолимой силы в виде домашних животных, детей или чего-то такого, соединение кабеля или сам кабель могут быть повреждены. Это и вызывает подобную проблему.